Всем огромный привет, Леруа Мерлен, город Екатеринбург. Меня зовут Ирина, пришла в отдел с мебелью. Смотрите, как они стали красиво оформлять тоже, чтобы уже было интересно нам с вами рассматривать. Все белое, белое плюс дерево, вот так вот. Тут представлен ключевой шкаф распашной Турин, низкие цены каждый день. То есть вот этот весь уголочек, ну не уголочек, стенка, это все типа самые низкие цены, то есть ниже уже не найдете. Поэтому шкаф стоит 4750, размеры 50 на 200 и 6 на 37,2. Самая низкая цена, просто белый шкаф. Открываешь, здесь одна полка наверху и штанга для рубашек, ну как вариант. На самом деле он такой небольшой, крепится вот к стене, чтобы не свалился. Цена, повторю еще раз, 4750. Входит в пол. Далее. Как это назвать правильно? Берем небрежно брошенный плед. Пододвинем сидушку. Фасад и полки тут все отдельно. Фасад данный с ниточкой, которую дергаешь, дверка открывается. 568 рублей. Полка 510 рублей одна штука. Вставка 284 рубля. Ножки, коих тут 4 штуки, 1287. А сам это стеллаж-куб, который поместили на вот эти вот ножки в белом цвете. Можно еще под дерево этот дуб. Белый мы сейчас смотрим. И графит. Вообще это трехсекционный стеллаж. Разделенный полосы. Ну, интересно, покрали. Интересно. Что касается стеллажей, я чуть позже покажу. Наверху товары. Вешалка 368. Она, кстати, не обработана. Ее можно еще покрыть или лаком, или краской. Вот, на 4 крючка цвет сосна. Их тут 2. Авоська 255 рублей. И корзина круглая, прованс 816. Легкая, это тоже какой-то натуральный материал. Ну или закос под натуральные волокна. Стеллаж 1851 рубль. Я сейчас хотела отдельно к ним подойти. Ну, в общем, вот он. Раз, два, три. 1851. В принципе, получается неплохая прихожая. Здесь еще вот такая корзина короб 1765. Она уже, по-моему, разваливается. Плед и мягкая сидушка. Тоже по лучшей цене. Следующая стена, тут и обувница Риан, и шкаф Турин опять распашной. Обувница 3295, она самая маленькая. 49,2 на 92,8 на 28. Размеры, видите, такие неровные. Цвет белый. Материал ЛДСП. Следующая уже идет на 3. Раз, два, три. 4598, она уже высокая, 134,6 идет высота. Ой, зеркало, конечно, красивое. В таком джуте или в канате. 2818 зеркало. Кстати, все, что здесь есть, это цветы, все продается отдельно. Ну, про ароматы для дома я уже не раз снимала. Вот эти серии Huge вообще шикарные. 418 рублей. Не отвлекаемся, подходим. Распашной шкаф Turin Light, 2 двери, 4 полки. Такие стандартные ручки. Тоже вариант прихожей, почему бы и нет. Если я не ошибаюсь, эту прихожую с вами мы уже смотрели. Но если нет, то можно продублировать. Здесь уже раздвижные двери идет. Здесь уже побольше места. Прихожая 2,10. Называется пекан. Включает в себя 3 предмета.
также все расписано до мелочей. Итак, здесь две обувницы Риан, цена 4595 раз и 4595 2. Та, которая высокая, 134, у него высота и 6. Опять-таки аромат, сегодня вообще по всему магазину шикарно просто. Видимо, обновили все. База, искусственные растения, рамки, все так же здесь есть. Далее, вешалка настенная на 5 крючков, 2563, размер 65 на 26,5 и 26,5, 25, все в кучу. Вот эти вот сумки, они как бы сшитые, сами по себе тяжелые, ну, под какое-то белье или что можно использовать. Далее спускаемся, вот эта банкетка, мягкая сидушка. И шкаф. Одна часть зеркальная. Кстати, здесь подсветка по всей длине идет именно поверху шину пустили. 4 светильника. Они могут двигаться куда необходимо и поворачиваться соответственно. С зеркальной частью посмотрели здесь полки. Кстати, все вот эти уже также под шкаф. Они идут размер в размер, как раньше в IKEA шли серии. Это тоже, видите, для хранения уже под данный шкаф. Под Леоны, да. И другой. Тут корзины черные используют. Вот эти достаются. Тоже для хранения обуви, пожалуйста, для одежды. И наверху полка. Закрываем. Все про все, практически 60 тысяч рублей. Чтобы же не мешать, давайте и тут досмотрим. Это тоже прихожая. Здесь комбо идет зеленый, матовый и под дерево. Прихожая проект 1.92. Каркас Леон прямой, каркас... Так, шкаф Леон. Шкаф Леон навесной, каркас Леон прямой. Все вместе получается 8944. Также все-все-все расписано. Полки, рамки, штанги, ящики, все. Да, это проектный ценник. Как он? Сочетание. Зеркало 248. 30 на 120 тоже как под дуб. Подсветочку пустили, вешалку дополнительно. Там то же самое. Опять-таки дополнительный свет тоже как можно сделать дома, да? Шину пускаешь и направляешь. Нет, вот тут такие ручки. Здесь каркас самого шкафчика, он тоже идет под дуб, не белый. Не корзины, а выдвижные ящики полноценные. Вот такая сборка, ну что фиг достанешь. Дома надо хорошенечко подумать, чтобы не было ящиков в том месте, да, где проходит их так много, чтобы дверь совсем не отвалилась. Наверху полки, тут тоже полка, тут штанга. Он глубокий достаточно для коридора, так вообще. Давайте подойдем еще раз к размерам, чтобы посмотреть. Банкетка 5,40, 5,458. Что по размерам? Тут вот так, каркас. Вот они. То есть у них что, глубина 41,7, да? Чаще всего в коридор 43 примерно ставят. Думаю, на стапе можно рассмотреть. Ну все, теперь точно все. Там уже не прихожие, там уже как будто бы а-ля комнаты сделаны из мебели, которая теперь представлена в Леруа Мерлен. Остались вопросы, задавайте. Ну а пока, до новых встреч и пока-пока.